Развитие систем высшего образования, новые подходы по оплате труда, а также социальная защита коллективов – вопросы, которые обсуждались сегодня на съезде Евразийской ассоциации профсоюзных организаций университетов. В этом году ассоциация отмечает юбилей. 35 лет прошло с момента создания объединения. Юбилейный съезд в эти дни проходит на базе Кыргызского национального университета имени Джусупа Баласагына. Интересы своих коллег представляет более 60 участников из разных стран. Основные задачи съезда – это, во-первых, обсудить проблемы, региональные и национальные проблемы движения профсоюзов в разных странах, разных вузах, обмен опытами профсоюзных лидеров учебных заведений, решение тех проблем, которые каждый вуз сталкивается, и также принятие общей резолюции съезда. Таким образом, вот эти дни будут заниматься, каким образом люди, разные социально-экономические вопросы, правовые вопросы на труд, какие у них бывают трудности, будем обсуждать, обмениваться опытом и будут приниматься какие-то решения данных проблем. Евразийская ассоциация профсоюзных организаций университетов – это крупнейшее международное профсоюзное объединение на постсоветском пространстве, в котором около 70 университетов из 8 стран. Она была образована в 1987 году по инициативе правкома МГУ имени Михаила Ломоносова. Каждый год ассоциация проводит свои съезды в разных университетах мира. В этом году очередь выпала Кыргызстану. Основной задачей съезда участники отмечают обмен опытом. Представители профсоюзов обсудят вопросы развития вузов в Евразии, а также социальную защищенность сотрудников и студентов высших учебных заведений. Когда мы собираемся, обсуждаем эти вопросы, мы потом это все используем, когда приезжаем к себе домой и работаем именно вот в том направлении, которое задает съезд. Мы сотрудничаем с Союзом ректоров, например, Российской Федерации. Это тоже очень серьезный вопрос, потому что вопросы социального партнерства сегодня у нас стоят на первом месте. А это, естественно, создание тех условий комфортных для наших сотрудников. Для этого мы заключаем коллективные договоры с нашими администрациями и работаем на благо нашего трудового коллектива. Участники съезда отметили, что профсоюзные организации университетов за 35-летнюю историю накопили значительный опыт. За это время ассоциация внесла заметный вклад в сохранение единого образовательного пространства и укрепление гуманитарных связей между университетами на постсоветском пространстве. По словам собравшихся, решаются экономические и социальные проблемы работников вузов, студентов и стран ЕАЭС. Обсудить наиболее насущные проблемы не только профсоюзных организаций, но и жизнедеятельности всех университетов, в том числе и рассмотреть, конечно, в евразийском образовательном пространстве. И я думаю, что результаты будут положительными, хорошими. Почему? Потому что сегодня после пленарных заседаний, после обсуждения многих докладов будут получены определенные результаты. В работе съезда принимают участие 36 вузов из 10 городов мира. Мероприятие продлится до 2 октября. Далее участники проведут съезд в городе Каракол и завершат его в Чолпан-Ате. Наряду с этим пройдет передвижная фотовыставка, подготовленная Русским географическим обществом и МГУ под названием «Путешествие длиною в жизнь», которая будет передана Мемориальному музею Пржевальского. Мирима Албекова, Самадуль Утакунов, 5 канал.